вечер, уважаемые коллеги. Президент России удовлетворен ситуацией в экономике, поскольку она создает предпосылки для достижения еще более оптимальных результатов. Об этом Владимир Путин заявил в среду в Большом Кремлевском дворце на встрече с представителями деловых кругов. Сохраняется устойчивая макроэкономическая ситуация. На низком уровне находится инфляция, безработица, устойчив и курс национальной валюты. Сохраняется положительная динамика роста валового внутреннего продукта, но, конечно, темпы роста нас устроить не могут. На встречу были приглашены 60 бизнесменов. Обсуждались, среди прочего, работа органов власти и возможности увеличения инвестиций. Как пояснил позже пресс-секретарь президента, уголовные дела против бизнесменов не затрагивались. Между тем, уходящий год принес рядовым россиянам немало экономических проблем. Об этом свидетельствует опубликованный на этой неделе опрос Левада-центра. Больше всего нареканий у россиян вызывает социальная сфера. Треть опрошенных жалуются на ухудшение работы образовательных учреждений. Почти половина считает неудовлетворительной работу больниц и поликлиник. 43% опрошенных заметили ухудшение уровня жизни основной части населения. 41% указал на усугубление проблемы несправедливого распределения материальных благ.